Действительно, сегодня было сказано о том, и я поддерживаю обеими руками. Спасибо Жаксылу Кумкашеву, что он сегодня создал возможность нам, предпринимателям, собраться все вместе и услышать друг друга. Мы много говорим о том, что мы не умеем вырабатывать общие позиции. Но сегодня это, наверное, как раз толчок к тому, чтобы мы услышали друг друга, чтобы мы действительно друг друга поддержали, выработали единое мнение. И вот эта ситуация сегодняшняя, она нас объединит. Я в этом уверен, и мне это очень нравится. И действительно, будет результат.